Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметик. Многие из вас в комментах просили поиграть в меня в игру под названием Among Us. Я в нее ни разу не играл, специально для вас купил ее в Стиме, и побегать, вообще посмотреть, что это такое. Сейчас я буду запускать ее первый раз, хотя я чуть-чуть обманул, я до этого разочек, получается. Когда искал просто комнату, даже игра не запустилась. Зашел туда, но мне позвонили, поэтому пришлось начинать запись сначала. Ну вот, все как всегда, среда на дворе, это много, в принципе, объясняет. Я не особо шарю в правилах, это будет действительно мой первый запуск, поэтому не судите строго. Даже не знаю, как лучше бегать, просто на мышке, либо на клавиатуре плюс мышки. То есть я еще ни разу не запускал. И если вам, конечно же, это все зайдет, то будем бегать вместе с вами. Так, почему я вечно не могу никуда зайти? Я надеюсь, сейчас меня опять кто-то не звонит. Я даже не знаю, каким голосом я буду все это дело делать. Вот я, как говорил, уже успел себе, не знаю, шляпку, что-то еще так далее приодеть. Ну, меня почему-то звонком немножечко отвлекли. Я думал, что там важный звонок, а там, походу, мне просто неправильно набрали номер, скажем так. Вот, буду вот таким вот чувачком. Я не знаю, с каким голосом я буду бегать. Отлично, все, поехали, я не знаю. Подождите. Я для начала, наверное, побегаю все-таки со своим обычным голосом. Буду бегать, я не знаю, что пытаться сделать вообще, а что надо бегать и что нужно делать. Буду бегать с ребятами, будем бегать братвой, что-то делать. Добегался. Замечательно. Так, это, по-моему, был же вот этот парень, который... О, если я ничего не... Я же не могу, да, писать ничего? Или могу? Я же призрак. Подождите, я ведь мертвый, я ведь не могу писать, что это белый или могу? Белый? А. А, ну да, я первый раз, это все. Все понятно. Если бы не начали с этим, все, была бы без читаков. Вот. И чувак сразу же такой отэтывается. Я так понимаю, ну, я так и думал, что я как только зайду, меня тут же убьют самого первого. Примерно так. Меня просто взяли, сразу же вынесли. Я хочу сыграть нормально хоть одну карточку, попытаться что-то сделать вообще. Потому что я нуб. Просто нуб, который ничего не понимает. Шляпка, я теперь буду красным. Замечательно, буду красным. Хотелось бы питомцы, но их нужно, видимо, покупать. Так, все. Мы что, поехали, не поехали? У меня просто черный экран. А, отлично. Погнали. Я побегаю буквально несколько карточек, чтобы хотя бы разобраться. Вы напишите потом. Каким голосом снимать, нормальным или ненормальным? Так, чуваки, я буду бегать один. Так, и что? А как это работает? Так, дискуссии какие-то начинаются. А что случилось? Как он в вентиляцию залез. Это черный. Говорит, ну ладно, окей, давайте голосовать будем против черного. Так, давайте голосуем против черного Даню. И смотрим. А, кстати, кто у нас писал самый первый? Что, я вкисла? Я не знаю, в чем ты вкисла. Я даже не знаю, как начинать вот этот общий сбор делать. Ну, видимо, бежать куда-то на кнопочку и так далее. Сейчас мы посмотрим, победили мы Даню или нет. Я как понял, здесь куча народу писала, что появилось много читеров, хотя до этого тоже писали. То есть игра спустя там 2 года после выхода стала немножко популярной. Как-то вот так вот. Ну и что, до конца голосования 36 секунд. Один Даня не проголосовал, он просто, я так понимаю, просто будет сидеть, ждать, специально никуда не голосовать. И так далее. Даже не, ну блин, но вот зачем так сидеть искусственно затягивать? Ну, если, допустим, это он, ну, проведи, проголосуй. Зачем? Вот это вот... А, это у меня планшет, типа, все, все, я понял. Так, и что это, Дани или нет? Да, ништяк, это не был Дани. Чувак там, видимо, куда-то в кислородную залез, либо куда. Я вообще до сих пор пытаюсь понять, а что здесь как нужно. Подожди. А, во, все, я понял, ребят, я понял. Так, 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 коричневый, не подходи ко мне. Я тут, между прочим, дела важные делаю. У меня очень много важных дел. Да что опять? А они так постоянно будут кого-то вызывать или нет? Ну, это я понимаю, что да.
можно будет парочку сейчас с обычным голосом, парочку, в смысле, другим голосом. Когда я просто пойму вообще, как в это играть. Так, что пишет? Сорян, ребят, ошибся. Может быть, и не ты красный. Какой красный-то? Это не я. Это не я. Первый раз играю. Первый раз играю, ребят. Ребят, не надо, блин. Не надо. Не надо прям вот так вот писать. А, блин. Ну, блин, я не знаю, против кого голосовать. Ну, я, короче, видимо, полетел в космос. А, потому что меня кто-то подставил. Действительно, это, говорит, короче, я понял, что это что-то у нас там по типу мафии идет и так далее. Кстати, если, допустим, игру доигрываешь до конца, это что-то вообще дает или нет? Дайте я хоть полетаю призраком, я просто что-то попытаюсь понять. То есть можно, да, летать что-то, что нужно здесь, что нужно здесь сделать? А, примите отравленную энергию. Что такое отравленная энергия? Как это вообще вот это вот... А, это все? Это действительно все, что нужно выполнить? Ребят, я нубастер, я пока учусь. Я понимаю, многие смотрят вообще. Че, у них опять собрание? По-любому. Эти, наверное, все повыходили, получается. Голосование через 7 секунд. Мне кажется, что это коричневый новичок, который бегал возле меня. Хотя это не факт. У меня... Пока машина не сильно хорошо работает. Ну ничего, разберемся. Это розовый, ребят. Ну, кстати, это может быть и розовый, потому что розовый предлагал, что это красный. Но это либо коричневый, либо розовый. Либо какой-то жук. Жук спрятался где-то посреди. И типа это сейчас не чат, типа будет, никого не выкинет, да, я так понимаю? Или обоих сразу выкинет. Как это работает? Мы не смогли принять единого решения, голосование пропущено. Понятно. Так, а кстати, я же могу бегать и посмотреть, смысл. Ну, допустим, за коричневым. Чем занимается коричневый и чем занимается розовый? Так. Слушай, это и не розовый. Так, а как здесь, кстати, в этом смотреть? А, ну вот он, типа, который кто где находится. Но здесь по цветам не показывают, да? Я правильно понимаю. Так, и как выйти? Все, замечательно. Все, я все понял, там президент был. Между прочим, там был президент. Я вообще в космосе летаю, зачем мне это все? Я плечу куда-то ближе к солнцу и сгорю. Подожди, я же призрак, я не могу сгореть. Что происходит? Сейчас, три каточки. Вот третью еще сыграю. Опять очень быстро все проиграю. А, я ведь могу помогать действительно ребятам. Вот это все дело перетягивать. Что-то фигово тянется оно как-то. Так, и желтый. Не забываем, что это тестовый ролик. Мне нужно очень понять, что делать, как себя вести. Даня тут тоже пытается помочь. Даня, видимо, хороший пацан. Он всегда помогает всем. Меня просто взяли и выкинули. Скачайте данные. Ребят, нужно скачать данные. Не путайте данные, я не знаю. И, блин, чел же вылез и убил его только что при мне. Я, кстати, не заметил, кто это. Ну, по крайней мере, я знаю, что это точно не розовый. А это что? А это типа, чтобы наблюдать, а, здесь даже такая штука есть. Типа, можно прийти и наблюдать. Кто же есть кто? Так, бежит зеленый. Угу. Все-таки, наверное, это коричневый, мне кажется. Он же бегал возле меня. И, наверное, бежит за зеленым. Я ведь слепошар, Алексей, постоянно ни на что не обращаю внимания. Ну подожди, а чем он занимается? Ну вообще, мне кажется, на все без разницы. Он просто подбежал к канистре и на все забил. Так, я не понял, а кто? Кто убийца-то? Кто убийца? Нам нужно найти убийцу. Почему они не убивают друг друга? Почему они просто бегают? Так, а где здесь, допустим, очистите отсек, оружейный, скачайте данные. То есть у меня здесь кого-то еще, да, у нас убили. И что, за что они там голосуют вообще? Квест не делал, стоит на месте коричневый. Кто инфа? Голубой, думаю.
Коричневым. Да по-любому коричневым. Хлопайте коричневым на всякий случай. И все, он умрет, и мы узнаем, он либо не он. Президент. Президент. Ну, он может быть и президентом, я не знаю, корабля данного. Ну и почему последний голубой ни за кого не голосует? Он оттуда выбегал, я у камер стоял. Ага, вон что. Я задание выполняю. Но, по-моему, просто бегал и филонил на самом деле. Ну давайте, давайте. Начинайте что-то делать, ребят. Ну кто тогда? Голосую за кого-нибудь. Голосую за коричневого. Давай, убей его. У него цвет коричневый, значит, ну, по нему видно, что это возможно, что это человек говно на самом деле. Поэтому надо бы его взять и убить. Как-то так, мне кажется, это должно работать. Так, проголосовал. Нет, все-таки он не был предателем. Ну ничего. Полетает вместе с нами. Мне интересно просто посмотреть, что закон. А что дальше надо делать? Скачать данные оружейные. Где у нас находится оружейное? Здесь есть карта? А, здесь есть карта. Вон оно что. Вон оно что, Михалыч. А это что? Подожди, это что, типа я проголосовал или что? А зачем я? Это я проголосовал? Что я вообще сделал? Что происходит? Или это не я проголосовал? Так, что там ребята решают? Сори, но это голубой. Я у камер стоял. Кто? Мне кажется, Алексей. Алексей — это темная лошадка, он специально на всех натравливает. И все. И на самом деле он победит. Победит мой тезка Алексей. Потому что он зеленый. Так, ну и что, все-таки голубой или нет? Да, действительно оказался предателем. Смотри, какая интересная игра. А здесь вообще дают какие-нибудь, я не знаю, там очки, какие-нибудь коины, я не знаю, что-то на что можно что-то потратить. Там, грубо говоря, что... Есть здесь что-нибудь такое вообще? Ладно. Ладно, давай еще раз сгоняю разочек, вот так вот попробую. Публичный комнат, все, поехали, сейчас вторая личность. О, всех раскушу. Так, кто здесь есть? Носок, пойдем к носку. У носка должна быть пара. Носок, где твоя пара? Скажи мне, пожалуйста, где твоя пара? Надо взять себе... Надо взять себе вместо шляпки сыр, потому что человек, у которого сыр, он не может быть. Он не может быть плохим. Ну, на самом деле, действительно. Начинаем через 2 секундочки. Давай. Погнали, начали, поехали. Обнаружен один предатель среди нас. Обалдеть, там даже Джейсон бегает, что ли? Так, починить проводку. А где вообще это все дело делается? Там какой-то коричневый. Так, зеленый. Здравствуйте. А где проводку-то чинить? Что делать-то, ребят? Что делать? Куда? Где чинить? Кого чинить? Куда бежать? С кем бояться? Я тоже что-то не понял, нафига так быстро? И что, и кого? Кто, где, вообще, что, зачем нажал? Я, говорит, не предатель, честно. Да по-любому врет. Интересненько, сейчас опять меня выкинут. Вот как всегда, буду я самый первый. Я даже не знаю, на кого голосовать. А может быть, на него и голосовать? Может быть, он плохой человек? Он прикидывается своим, но тем не менее он плохой. Ох, какой он плохой. Что там дальше пишут? Все могут нажать Go. Носок Go за мной. Куда? В космос? В космос, наверное. Убийца у нас, даже есть убийца 666. То есть никого не смущает ник, что у чувака убийца.
Возможно, убийца это и есть убийца, нет? Так. В смысле, принято решение. Да вы что, издеваетесь, что ли, или что? Что за дичь здесь происходит? Так, а где и что делать-то? Верхний двигатель. Починить проводку. А где ее чинить-то? Где проводку взять? А почему не пишут? Где, допустим? А, электричество. Типа, а, мне все, все, я понял. Так, а где, где, где? Давай, давай, ребят, чиним. Так. Фиолетовый. А это что? Ну что опять за дискуссия? Вы мне даже починить ничего не даете. Наняли меня электриком, дайте мне поработать нормально электриком. Плеер. Ну, давай против плеера, хорошо. Я парень простой, говорят, кого это убиваю, хлопаю, все. Все замечательно. Плеер, че? До свидания, плеер, че? Так, что, что, что писать? Я видел бы хотя бы что-нибудь, я бы сказал, я бы донес. Ну, кстати, да, обращайте внимание, кто находится рядом. Кстати, кто-то стоял же, филонил. Кто-то реально стоял, филонил и нифига не чинил. А может быть, он стоял, наблюдал? Может быть, у него такая тактика? Все, я начинаю немножко что-то понимать. Я, правда, тупенький. Так, до свидания, плеер. Отлично. Ну ничего, жратву надо будет меньше на всех делить. Везде можно найти свои плюсы. Так, заправьте двигатели. Так, сюда. Так. А как? Как? Да вы надоели, чего вы постоянно вызываете? Вы так и будете стоять вызывать? Так, Кенни. Давай, Кенни. Где Кенни? Все, Кенни, давай, выкидываем. Это он, наверное, всех вызывает постоянно. Он все равно не нужный член экипажа. Если это даже не он, то ничего, в смысле. Важного. Но это не точно. Ну ничего, улетит, там узнаем. Он тем более Кенни, там что, в Саус Парке он постоянно самый первый умирал. Ну тут, извините, третий. Ну, настало, Кенни, твое время. Да, он говорит, вы убьете Кенни. Так, ну, давайте. Ну, давай, давай. Ну, жми, Кенни. Ты так и будешь до последнего сидеть ждать, смысл? Ты возьми, проголосуй. Не за других людей задерживайте. Да Кенни, ты все равно, все уже проголосовали, тебя только ждут. Ты все равно, ты нам мешаешь. Давай, голосуй уже, я не знаю, либо улетай. Одно из двух. У тебя отличный выбор. Я жить хочу. Все мы хотим. Просто кто-то кого-то увел, рядом пробежал, это говорит, по-любому он. Ну давай жми, зачем он сидит, тянет 30 секунд? Вообще, боже, что творится-то, а? Просто. О, да неужели? Все, Кенни. О, боже мой, они убили Кенни. Сволочи. Так, ладно. Дайте уже что-то сделать, починить. Что там? Там взрыв-реактор скоро будет.
Так, давайте, ребят, реактор пока занимайтесь. Я тут какую-то ерунду и страдаю непонятно. Через 21 секунду, ребят, ну, нужно это... Что-то делать срочно. Нужно просто срочно что-то делать. Я не хочу взрываться, я хочу жить. Я хороший человек, я просто буду бегать и что-то с чем-то соединять. Не знаю зачем, не знаю для чего. Блин, а вот это вот опасно. Так, я бы... А чё? Починить свет, свет-то починить, ё-моё! Свет нагнулся. Подожди, жёлтый не он. Жёлтый, по-моему, стоял за мной, наблюдал. Так, хранилище, нужно в хранилище бежать. Где хранилище? Вон там хранилище. Сейчас добегу, ребят, я электрик, я шарю, я говорю. Так, стой, я где, в хранилище? Так, и что, как это чинится? Замечательно. Заправьте двигатели. Я что, за вас, за всех, что ли, должен делать все? Я понять не могу. Тут наберут по объявлению, а? Никто ничего бегать не хочет делать. Постоянно сам на себе все вывозишь. Так, кого-то убили. Ага. Я знал, что это точно не желтый. Что? Где вообще? Что? Что? Где? Кого искать? Давайте, ребят. Так, а мне претензий нет хоть на этого, спасибо, отлично. Так, с белым и красным стоял. Так, за фиолетового. А может быть за белого? Подожди, кто сказал? С белого я бы уже проиграл, я даже ходить нормально не могу. Ну извини, может быть у него проблемы с ногами. Гоу зелень. Ну гоу. Так он говорит, что смотрел по камере, а может быть он обманывает? Может быть, он что-то не видел в этих камерах? Мне кажется, кто-то. Гоу зелень. Может быть, черный? Нет, я нормальный. Ну, извини, братан, ну, как говорится, не цент-то лететь пора. Пора куда-то лететь. Начинает, так сказать, помаленечку, потихонечку. Там на солнце посмотришь вблизи, так сказать. Нормально все у тебя будет. Вы скоро это узнаете. Так. А, замечательно. Замечательно. Да ё-моё. Так, фиолетовый, черный, белый. Починить свет. Свет. Свету почините. А как чинить-то? Что делать-то? Блин. Белый, да, все-таки был? Или нет? Да, это был белый. Это был носок. Носок с самого начала все знал. Эх. Эх, носок. Я думал, что мы пара. А ты, значит, по одному, да вот постоянно вот. С носками. Так один найдешь, а второй найти не можешь. И потом убежал, типа, вид делает, что здесь. А он-то филонил. Филонил еще как. Так, ладно, может быть, ребятам помочь, там, не знаю, заправить двигатели, например. А призрак может заправлять двигатели? Кстати, а почему бы просто этим все не делать?
Ну, допустим, ты реально, ты ведь можешь летать призраком и все делать, типа. Какие задания для победы-то? У нас тут это все. Носок бегает, а ты смотри-ка. Фиолетовый просто стоит, смотрит. Ну да, он действительно, он даже нормально бегать не может. Какие к нему претензии вообще могут быть? Он просто гоняет. Сам собой не славливается. А это что за байда? В электрике. Это точно, да, это точно не он. Красный приел. Блин, белый, он постоянно так не знаешь, да? Где? Да не-не-не, это не фиолетовый. Так, кто полетел? Я что-то пропустил весь момент. Не смогли принять единого решения. Я так понимаю, что здесь же ни баллов никаких ничего не дается, да? А нафига оно мне тогда надо? Нафига, Федя, мне это все надо? Все, давай еще одну. Одну и ко дну, так сказать. 5 из 8, давай, 5 из 8. Все, я зашел, мы сейчас полетим. У меня в глазах потемнело. Все, начинаем. А что происходит? Сжим код комнаты. А что случилось-то? Все сломалось, что ли, или что? А, починилось. Это я сделал. Я сделал. Я тоже сделал. Я много чего сделал. Петр Первый. Блин, жалко. Я присоединился. Глядишь, в Питере бы сразу оказался где-нибудь. Да я даже зайти не успеваю. Только находит уже все. Сейчас опять, говорит, все, полная комната. Иди-ка ты отсюда. Ты, говорит, слишком медленный для нас всех. Марвел, отлично. Так, я человек-сыр. Меня легко узнать. Легко потерять. Если меня надолго одного оставить, то буду вонять. Что сыр? Хотя, ракфор с плесенью. Так, давай смотрим за всеми. Это что у нас? Так, фиолетовый. Коричневый. Так, я вообще тут ремонтом занимаюсь. Зеленый, красный. И чё, зачем я их просто перетаскиваю? Так, чё тут? Так, проверьте энергию. Где проверять-то? Так, а он... Подожди, он просто... Он заливал что-то вообще, нет? Он просто филонил, бегал. Маркиза. Сейчас мне маркиза в спину хлопнет, пока я тут ремонтами занимаюсь. Маркиза, маркиза. Так, маркиза вообще стоит, ничего не делает. Кого-нибудь убивали? Черный медпункт. А что с этой штукой делает? Что это за фигня? Коричневый. Мне кажется, здесь такие же все, как я, вообще ничего не понимаю. Сейчас меня же и убьют первым. Ё-моё, а быстрее, зеленый. Так, зеленый. Фиолетовый. Подожди, многовато фиолетовый. Черный. Ребята, вы в курсе, да? Нам нужно что-то делать, как бы чинить там туда-сюда. А не так просто гонять. А здесь что мне надо? А, интересненько. Это мне еще не попадалось. Так, коричневый, зеленый. Зеленый постоянно контролит, бегает. Так. Субтитры сделал DimaTorzok.
Так, отлично, задание выполнено. Приведите энергию в О2, электричество. Ребят, я тут реально за всех работать буду, одни шпионы собрались, друг за другом наблюдают. Я тут, между прочим, бегаю, стараюсь работать, как работяга. Привыкли вечно, ничего не делают, а? Подожди, зеленый отсюда выходил. А почему выходил? Странно. А что мне сделать? Я забыл. А. Все, починил. Замечательно. Постоянно забываю, что делать. Ребята вообще не занимаются своими делами. Подожди-ка. Они вообще обалдели. Смертник говорит, по-любому, смертник больше всех разговаривает, значит он. Конечно, конечно, я смысл. И смертник полетел. Бег, вот так вот бегаешь, чинишь, и тебя берут и выкидывают. Потому что ты разговариваешь больше всех. А ты вот так вот в космос улетаешь вместе с сыром. Ну хоть пожрать будет что. Ну так, так и живем. Че, смертник, да, смертник? Молодцы, никогда не слушают, сидят тут. Так, ладно, ребят, давайте для первого раза достаточно. На этом возьмем все-таки закончим. Если вам нравится, я могу еще, в принципе, как-то поиграть в эту игру и так далее. Все, на этом, как всегда, был я, Леха Смертник, ребят. Всем отличное настроение, всем удачи и всем пока, ребят. Увидимся. Увидимся, обязательно увидимся. Ну, сколько летает-то нас. Вот такие вот дела. И лайк не забудьте влепить. И напишите, кстати, каким голосом, лучше обычным, либо хриплым. Ну, хриплым, мне кажется, поржащее будет.